Пятый год в Сочи приезжают индийские производители. Жители и гости курорта уже успели оценить уникальные изделия ручной работы. Одежду, ковры, украшения, текстиль и многое другое. В этом году выставка переехала. Теперь приобрести товары из Индии можно по адресу улица Рост 117, прямо напротив автовокзала. Представлены все виды товаров, как и на прошлых выставках. Ковры, специи, украшения, мебель, одежда различная. Чай, кофе. На выставке представлен большой ассортимент товаров для прекрасного пола. Краска для волос из натуральных ингредиентов, ароматические масла, косметика, разнообразная летняя одежда. Особого внимания заслуживают и шкатулки. В этом году их действительно много, все произведены вручную. По традиции индийские производители привезли много сортов чая, кофе, разнообразные специи и даже высококачественный индийский рис. Отдельно стоит сказать о коврах из шерсти и из натурального шелка. Все они произведены руками национальных мастеров. На выставке представлен большой выбор бижутерии. Есть изделия из натурального речного жемчуга. Камни, из которых выполнены изделия, служат не только для украшения, но и восстанавливают энергетику человека. Камни собраны со всей Индии, с Хайдарабада, с Кашмира, с разных частей Индии. Все сделано ручная работа. Есть прессованные камни, есть непрессованные камни. Приходите, все можно померить, потрогать. Выставка будет открыта с 8 по 31 августа. Посетители ожидают с 11 утра до 7 вечера на улице Рост 117, прямо напротив автовокзала. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.